Добрый день и вечер, уважаемые коллеги. Скажите, пожалуйста, слышно меня, видно, все ли у нас работает? И тогда после вашего подтверждения сможем начать наш сегодняшний вебинар. Да, Руслан, спасибо огромное, спасибо большое всем. И спасибо за то, что пришли сегодня на наш вебинар по теме проектной деятельности. Надеюсь, что будет интересно и полезно. Вот, и прежде чем начнем, я бы хотела попросить вас написать, откуда вы, вот некоторые уже написали, потому что добрый вечер, мне тоже стало очень интересно, у кого уже вечер, поэтому напишите, пожалуйста, откуда вы. А я сейчас пока поделюсь с вами презентацией. Презентацию вы можете скачать из папочки «Файл». Она уже доступна для скачивания, потому что сегодня в ней достаточно много ссылок на различные полезные документы для подготовки проектной работы, поэтому скачивайте обязательно. Да, спасибо большое за ответы. Очень приятно. Ну, давайте начнем. Сегодня у нас с вами тема проектно-исследовательская деятельность СМЭО. Говорим мы про английский язык. Сегодня мы берем основное образование, это 5-9 классы. Да, довольно интересно уже с этими детьми делать проектную деятельность. И у меня еще к вам один вопрос по поводу того, есть ли среди нас сегодня здесь коллеги, у которых опыта проектной деятельности нет, да, кто с детьми проекты не делал. Я спрашиваю для того, чтобы понять, насколько подробно стоит останавливаться на этапах, на организации этой работы, или все мы здесь достаточно опытные, чтобы посмотреть только практическую часть этого вебинара. Оксана Николаевна, да, вот Приморский край, город Находка. Вот вам добрый вечер. Судя по всему, мы вас вычислили, спасибо. Значит, ну, давайте приступим. Если кто-то, да, повторюсь, если кто-то опыта проектной деятельности, именно создания проекта со своими учениками не имеет, дайте, пожалуйста, мне в чате знать. И вопросы по ходу вебинара, да, если у вас появятся какие-то вопросы, вы, пожалуйста, их пишите во вкладочку со знаком вопроса, да, чтобы они в общем чате не затерялись. Я обязательно, если они там появятся, буду делать паузы, будем их обсуждать и разбираться. Да. Ну, начинаем. Значит, наверное, начнем все-таки с теории, да, немножечко, прежде чем пойдем уже в практику, посмотрим, что нам предлагает МЭО, как мы можем это обыграть, как мы можем из этого создать полноценный проект или проект в рамках проходимой темы. Начнем, конечно же, с теории. Особенно вот, да, Елена, спасибо большое, написали, да, что опыта нет, поэтому, наверное, пройдемся все-таки поэтому поподробнее, раз уж у нас такая возможность есть. Ну, первое, о чем хотелось бы поговорить, да, что для нас, для всех актуально и важно, это, естественно, что же нам эта проектная деятельность дает, нам, педагогам, я имею в виду, конечно. Значит, в первую очередь, ну, помимо того, что, да, это требования в ГОСов и обновленных, и предыдущих, то есть проектная деятельность – это, так сказать, must-have. И, естественно, ежегодно наша с вами святая обязанность, да, направлять своих детей на научно-практические конференции, давать им этот опыт. Не буду здесь долго по этому поводу разглагольствовать. Да, все понимают, что это такая своеобразная подготовка уже к следующему уровню обучения, да, когда они будут защищать, ну, там, будем уже серьезно брать и курсовые работы, и дипломные, да, то есть разработка проекта, защита проекта. Это такая довольно серьезная работа, и, конечно, нужно давать детям возможность попробовать себя в этом. Ну, а для нас с вами, здесь, конечно, скрин из аттестационной карты для учителей Московской области, но я думаю, что такой пункт, возможно, не под этим номером, под каким-то другим есть абсолютно в любом регионе нашей страны, потому что проектно-исследовательская деятельность – это всегда зачет. Да? То есть здесь у нас с вами результаты научно-исследовательской проектной деятельности, обучающихся по предмету или дисциплине. То есть это раздел, где учитываются ваши достижения работы с обучающимися. Ну и, как видите, опять же, да, по баллам мы можем расходиться от региона к региону, но в среднем муниципальный этап у нас с вами
если мы берем межаттестационный период там, в пятилетку, да, то, грубо говоря, за 5 лет 3 раза на муниципальном этапе научно-практической конференции с проектными работами наших учеников мы участвовать можем. Соответственно, получим за это 20 баллов, ну, плюс-минус, да, в зависимости от региона. Да, Алена, здравствуйте. И дальше у нас с вами есть региональный уровень, наверняка какой-то областной или краевой также конкурс проводится. Я думаю, что каждый из вас в своем регионе о них знает, а здесь уже баллы, как видите, повыше. И федеральный уровень, также и международный, да, здесь у нас самые высокие баллы. И здесь, прежде чем пойдем дальше в теорию, сразу хочу вам сделать небольшой анонс нашего мероприятия, которое планируется в марте. И так как вы пришли на вебинар, соответственно, знаете про Всероссийскую лигу педагогов, и я уверена, что все уже являетесь членами этого профессионального педагогического сообщества, будет возможность поучаствовать во Всероссийской научно-практической конференции, да, со своими работами, с работами ваших детей. И все условия, регламент, они все будут выложены на сайте, поэтому следите за новостями. Если вы готовите какой-то проект в этом году со своими детьми, например, на муниципальный уровень в вашем регионе, то ну, при условии, да, что пример взят из МЭО, о котором я сегодня расскажу, вы сможете также принять участие и во Всероссийской научно-практической конференции, которую организует МЭО в марте этого месяца. Поэтому, если по этому поводу есть вопросы, во вкладочку «Вопросы» задавайте или ну, какой-то интерес по этому поводу свой проявите в чате, тогда в конце нашего вебинара я расскажу поподробнее. Да, уже после того, как покажу, где взять, как обыграть, может быть, у вас уже появятся какие-то идеи, и их можно будет реализовать и поделиться своим опытом на конференции. Ну, давайте продолжим. Значит, в аттестации баллы за проектную исследовательскую деятельность мы получаем, причем как со стороны детей, если ваши дети являются призерами, победителями научно-практической конференции на любом уровне, также и для себя, как для учителей, то есть это наш личный опыт, да, то есть что это выступление как раз на научно-практических конференциях, на различных, да, с защитой своей работы или с практикой, ну, поделиться опытом, так сказать, да, то есть это точно так же для нас будет выступление, да, и работа проектной деятельности. Ну, пойдемте дальше, давайте немножечко посмотрим на принципиальное отличие проекта и исследовательской работы. Не сомневаюсь, что все здесь эту разницу хорошо понимают, но также повторюсь, да, как, так как у нас есть здесь люди, у которых опыта работы нет, в проектной деятельности именно, да, пройдемся немножечко здесь поподробнее, думаю, может быть, каждый из вас узнает для себя что-то новое. Проект и исследование именно как виды работ, они отличаются. И скажу вам честно, из собственного опыта я на научно-практических конференциях членов жюри в муниципальном этапе сижу уже, наверное, лет 7. И вот самая распространенная и самая неприятная, так сказать, ошибка вот в этом вопросе, да, когда ты берешь эту работу, на титульном листе у нее заявлен проект, вот здесь на слайде у вас выделено, да, заявлен проект, как только ты открываешь аннотацию или паспорт этого проекта, ты понимаешь, что это не проект, а исследование. Соответственно, эта работа, она, ну, она вообще должна быть отбракована уже на школьном уровне, да, то есть она не должна, по идее, пройти дальше, либо эта ошибка должна быть исправлена. Но вот на моей практике часто такое бывало, что на муниципальный уровень попадают неправильно обозначенные работы. То есть если вы заявляете проект, это должен быть проект. Если вы заявляете исследование, то должно быть исследование. Поэтому вот эту разницу, ее очень важно понимать, да, ну и, соответственно, детям донести. Мы с вами сегодня в таком простом примере посмотрим разницу, как раз попытаюсь вам показать эту разницу. Значит, ну, первый момент, да, то, что вот вы сейчас видите на слайде, если у вас заявлен проект, то, как видите в аннотации, я перечеркнула гипотезу, да, то есть проект, он не подразумевает гипотезу, хотя она допустима. То есть если у вас заявлены проекты, при этом в аннотации в паспорте есть гипотеза, это не будет ошибкой, но обычно гипотеза в проекте не нужна.
А на 100% гипотеза нужна именно в исследовании, потому что на основе ее все исследование и строится. То есть вот эти вот моменты, к ним нужно относиться очень внимательно, потому что вы же прекрасно понимаете, что если вы идете с проектной или исследовательской работы на конференцию, то никто, естественно, ваш реферат читать полностью не будет в жюри. Что сделает жюри? Жюри откроет аннотацию и паспорт и просмотрит, насколько правильно заполнены они. Далее пролистают на соответствие, да, оглавление, то есть содержание и того, что есть у вас в работе, проверится это, проверится правильность заполнения списка литературы, приложения, и как бы вот таким образом идет проверка именно на самой письменной работе. Поэтому максимум своего внимания вы должны уделить именно вот этой части, правильному заполнению аннотаций, если она нужна, и правильному заполнению паспорта проекта. Ну, есть обязательно, всегда. Вот, поэтому вот этого расхождения в наличии или отсутствии гипотезы, его, конечно, ну, нужно избегать вот таких вот ошибок. Да? И вот я вам еще прикрепила здесь скрин различных видов графиков, да, то есть и проект, и исследовательская работа, они оба подразумевают исследования, да, то есть у вас и в той работе, и в той работе должны быть либо какие-то опросы, на основе которых выводятся итоговые данные, да, то есть и там они быть должны. При этом в исследовании, в проекте их, кстати, может не быть. Все зависит от того, а какая у вас конечная цель этого проекта. А вот в исследовании ни одного графика, чтобы не было, такого быть не может. Это обязательно статистические данные. Масштаб, конечно, здесь у нас разнится. Это может быть опрос среди одноклассников или друзей, а может быть опрос, ну, который взят из каких-то статистических данных из интернета, там всемирного масштаба, да, или там страны и так далее. Да? То есть, ну, вот этот вот пункт, который и в проектной, и в исследовательской работе, в исследовательской обязательно, а в проектной, конечно, желательно, чтобы был. Давайте на простом примере попытаюсь показать вам разницу между проектом и исследованием. Мне такой пример пришел в голову, хочу с вами поделиться. Он пока еще не имеет отношения к английскому языку, но скоро обязательно мы с вами в английский придем. Пример у меня вот такой. Вот, например, мы с вами сидим и думаем, пора создавать проект. Первое дело, нужно определиться с темой. Давайте возьмем тему путешествий. Довольно распространенная тема для создания проекта. Вот мы с вами берем тему путешествий. Да? В английском языке у нас всегда одной из задач может быть изучение лексики. Причем это касается абсолютно любой темы, это смело можно туда вписывать. Так вот, вернемся к нашему путешествию. Общий вопрос у нас с вами идет, где отдохнуть. Давайте возьмем нашу страну, в России. Где отдохнуть в России? И вот теперь мы с вами формируем гипотезу. Давайте поговорим сначала про исследование, где гипотеза обязательна. Мы с вами формируем гипотезу. Например, где отдохнуть дешевле, в России или за границей? Но это не совсем верно, не совсем верная формулировка, потому что по итогу работы мы с вами гипотезу должны либо подтвердить, либо опровергнуть. То есть это такой общий вопрос, да, на который нужно ответить да или нет. Соответственно, вопрос я сформулировала сейчас неправильно. Если мы говорим про гипотезу, то тогда мы поставим вопрос следующим образом. Можно ли в России отдохнуть дешевле, чем за границей? Вот это будет правильный вопрос для гипотезы. А теперь вдумайтесь, в каком направлении пойдет ваше исследование. То есть гипотезу мы формируем сами и придумываем ее сами. Давайте набросаю еще вариантов, а потом уже подумаем, в какую область пойдет наше исследование. То есть первый вариант помним. Да, можно ли в России отдохнуть дешевле, чем за границей? Другой вариант. Можно ли в России отдохнуть, ну давайте возьмем там за 30 тысяч рублей. То есть в конце, помните, мы должны сказать «да» или «нет». И вот такой еще вопрос, можно ли, ну, уже отойдем от бюджета, да, можно ли из Москвы доехать до Владивостока на электричках? Вот, ну, то есть я вам почему привожу такие примеры, чтобы вы понимали, что гипотеза, она может быть абсолютно любой. Вы можете задать любой вопрос, на мой взгляд, от Москвы до Владивостока, самый интересный из тех, которые получились, да. А вот теперь сами подумайте, что вот исходя из гипотезы, у вас уже формируется список задач. То есть вы же понимаете, что если мы берем гипотезу от Москвы до Владивостока, то мы уже не будем с вами изучать
за границу. Не будем изучать стоимость отелей в разных странах, да, чтобы сравнить их со стоимостью отелей в нашей стране. То есть мы пойдем, поведем свое исследование совершенно в другом русле. Нам с вами нужно будет прокладывать этот маршрут, там, да, смотреть, на какую электричку мне нужно сесть из Москвы до Куда, чтобы потом оттуда доехать и в итоге до Владивостока. Да? То есть это совершенно разные области исследования. То есть получается, от гипотезы мы уже с вами отталкиваемся. И повторюсь, да, мы сейчас говорим про исследовательскую работу, не про проект. То есть вот мы выбрали с вами гипотезу, поставили себе список задач, исходя из нее, что нам нужно изучить, что нам нужно посмотреть. И по итогу, давайте вернемся к Москве и Владивостоку с электричками. Я, честно говоря, не знаю ответ на этот вопрос, но мне кажется, что можно, наверное, все-таки, если очень постараться. А по итогу, что мы с вами делаем? Мы изучаем. Ну, не мы, а дети, конечно же, потому что это их работа под нашим чутким руководством. Изучаем все возможные варианты добраться до Владивостока на электричках. Мы можем добавить сюда стоимость билета, в итоге высчитать общий бюджет. Ну, как бы это практика ориентирована, да, если вдруг кто-то надумает такое путешествие совершить, то мы ему еще и подскажем, сколько у него на это уйдет в ближайшие пару лет, по крайней мере. Вот. И, значит, по итогу, например, если наша гипотеза подтверждается, то есть мы все это изучили, все это узнали, и поняли, что это возможно. То есть в конце мы с вами гипотезу подтвердили, да, доехать от Москвы до Владивостока на электричке возможно. Либо, да, и тут вопрос, но стоит ли. Либо, если мы все-таки посмотрели и поняли, что где-то в каком-то городе нам невозможно пересесть на электричку и поехать дальше, то, соответственно, с вот этим доказательством, да, с конкретным местом, почему это невозможно, мы с вами говорим, что, исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что гипотеза наша неверна. То есть подтвердить ее невозможно. Доехать от Москвы до Владивостока на электричках нельзя. То есть вот это вот вариант исследования. Да, исследовательской работы, да или нет, на основе каких-то данных. Берем ту же самую тему, но в проект, чтобы понять вот эту разницу. Да. Мы делаем все то же самое. Опять же, повторюсь, гипотеза нам может быть в проекте нужна для того, чтобы направить ход своих мыслей, куда нам пойти, в какое, что нам исследовать, да, но отражать ее именно в самой работе, в проектной, не обязательно. То есть гипотеза не обязательный пункт проектной работы. Итак, мы с вами опять же задаемся тем же вопросом. Только проект, да, нужно помнить, что он построен и весь концентрируется на какой-то проблеме, вариант решения которой вы должны предложить. Отличие, да? Исследование, исследовали и сказали, да или нет. Проект, поставили проблему. Какая проблема? Ну, вряд ли многие люди хотят доехать от Москвы до Владивостока на электричке, да, то есть это не является какой-то массовой проблемой. Но как проблему можно поставить там альтернативный вариант, или если по итогу исследования получится, что это намного дешевле, конечно же, время затратнее, что проблема будет в этом. Мечтаете попасть во Владивосток? Вот вам там самый дешевый вариант, например. Как вариант, да, здесь просто нужно над этим подумать. Вот у нас проблема. Какое решение для этого человека, который хочет туда попасть? Решение вы и должны ему дать. То есть мы проводим все те же самые исследования, мы точно так же изучаем расписание, маршруты, города, где можно остановиться, да, то есть это такой, на самом деле, достаточно масштабный получается проект, потому что мы же не будем ехать в электричке, да, нам надо будет где-то переночевать, нам надо будет где-то покушать, это все тоже нужно будет учесть. И по итогу проекта, да, когда мы с вами все-таки поняли, что мы можем до туда доехать, либо мы доезжаем до какого-то места, откуда дальше нельзя, мы предлагаем вариант полететь на самолете или поехать на поезде, или какой там вид транспорта есть от точки, от которой дальше нашим привычным способом двигаться невозможно. И в итоге проекта мы с вами должны создать какой-то продукт. То есть мы все изучили, мы рассказали, но все вот эти, то есть как бы план действий, нам его нужно дать наглядно. То есть это должно быть что-то, как раньше говорили, что можно потрогать. Сейчас не обязательно это можно потрогать, потому что мы можем брать любую помощь цифры. Да? То есть если раньше мы создавали буклеты, лифлеты и тому подобные вещи, да, это то, что можно было потрогать, то сейчас, в принципе, продуктом проекта совершенно спокойно может быть любой продукт электронного ресурса. Да? То есть это может быть инфографика, это даже может быть презентация, но презентация уж это уж слишком просто, да? Особенно если мы говорим про старшеклассников. И опять же здесь навык обучать детей о работе с приложениями, с различными, это, конечно, тоже очень здорово. Но тут надо учитывать возможность, да, что мы вряд ли бы
будем давать инфографику в 5 классе. Хотя, не знаю, может быть и можно. Но вот, например, 10-й, 11-й класс, но мы сегодня о них не говорим, давайте 9-й, да, им совершенно спокойно можно давать варианты работы в облачных документах и, конечно же, создавать все это в электронном виде, потому что какие книжки в 9-м классе. Ну, хотя... Опять же, как на это смотреть? Так вот, итогом проекта у нас с вами должен быть продукт. То есть, что будет у нас с вами продуктом вот в этой истории с Москвой и Владивостоком? Продуктом у нас с вами может быть путеводитель. Да, путеводитель, в котором там будут предложены, ну, например, если мы делаем остановки в каких-то крупных городах, будут предложены там отели, в которых можно остановиться, либо побюджетнее, либо получше, да, то есть на любой вкус и так далее. То есть это будет такая инструкция для человека, который собрался это делать. Конечно, немного найдется желающих воспользоваться этой инструкцией, но наверняка пара человек найдется точно, и это уже будет как бы такой помощью. Ну, мы взяли масштабно, да, Москва-Владивосток, конечно, но можно же создавать проекты в этой области, но близлежащими городами, например, да. Ну, то есть вот такой вот вариант. Я надеюсь, что идея отличия исследовательской работы от проекта понятна, да. То есть если на исследовании мы останавливаемся, то на проекте мы от этого места еще продолжаем до создания продукта. Надеюсь, что доступно объяснил эту историю. Вот. Еще хочу с вами поделиться вот такой вот табличкой. Да, это, так сказать, критерии. Опять же, повторюсь, что они идут для Московской области. Да, это реальные критерии оценивания проектной работы детей. Да, это те бумаги, которые лежат на столе у члена жюри, который, собственно, эту работу смотрит и оценивает. Но я думаю, что в целом по регионам они тоже имеют что-то общее, потому что если посмотреть на вот эти вот пункты, то отсюда, в общем-то, ничего не выкинешь. Ну, кроме, я бы, может быть, какой-нибудь пункт 2.7 бы могла бы убрать или заменить на что-то. Но опять же, да, ну, почему бы и нет. Но вот, например, если мы по ним пройдемся, да, актуальность. Мы сегодня с вами, коллеги, да, я рассказала разницу между исследованием и проектом. Мы сегодня с вами говорим только про проектные работы, то есть про те, в которых есть продукт. Да, ну, это как бы мы делаем специально, да, не просто так, потому что если вдруг вы решите поучаствовать в нашей научно-практической конференции во всероссийской, да, со своей работой, то там у нас будут только проектные работы. Ну, пока что так, чтобы нам был виден результат, да, возможно, исследования в дальнейшем тоже появятся. Но пока что проект, поэтому сегодня мы о нем только и будем говорить. Поэтому исследования мы с вами поняли, что такое, и немножечко отодвинули в сторону. Значит, смотрим, да, что бы мы отсюда выкинули. Если у вас есть какие-то варианты, чтобы вы отсюда выкинули, я с радостью послушаю. Значит, мои варианты, да, актуальность проектной работы выкинуть невозможно. Без актуальности мы ничего не делаем. Зачем нам что-то делать, если это не актуально, да? Проблема проектной работы, проблема обязательно жирненько должна быть в аннотации прописана, потому что весь проект строится на проблеме. Если нет проблемы, что мы здесь с вами пытаемся тогда сделать лучше? Цель проектной работы обязательно, задачи проектной работы обязательно должны быть прописаны и в паспорте, и в аннотации. Чем чаще они будут прописаны, тем это будет лучше. Теоретический анализ проблемы и прототипов. Ну, так сложновато, конечно, написано, но, в принципе, без теоретического анализа мы с вами не выйдем ни к какому решению. Поэтому тоже такой пункт, он должен быть. Если его нет, тогда что смотреть дальше? То есть это как бы такие, ну, фундамент, да? Поэтапное описание технологии изготовления продукта. Это также и в исследовательской, и в проектной работе мы с вами расписываем, что мы делаем на подготовительном этапе, да, то есть этапы проекта. Я думаю, что все с этим знакомы. Кто не знаком, это элементарно забивается в Google. Их там, ну, обычно 4, да, начиная от подготовки и изготовления продукта. Естественно, у вас практическая часть, это вторая глава любого проекта, и вам в обязательном порядке нужно будет там расписывать, что вы сделали. А чем старше класс, тем больше количество листов в этой проектной работе, да, количество страниц. А, соответственно, проектную часть написать, что я вот сделал вот это, оно симпатичное, конечно, не получится. Нам надо с вами о своем продукте как-то умудриться написать минимум на 2 страницы. При том, что теорию мы здесь с вами уже не берем. Но здесь же опять плюсом нам пойдут вот эти вот различные ресурсы электронные, да, потому что в практической части мы с вами можем рассказать об этом ресурсе.
Да? Ну, понятно, что не все страницы этим забивать, да? Ну, по крайней мере, половину страницы или даже целую на краткое описание этого ресурса, как им пользоваться, как им пользовались вы, какие его инструменты вы использовали. Это тоже, естественно, можно. То есть, как бы вот этот момент нужен. Да? Если вы делаете в технике папье-маше, то во второй части вам нужно будет немножко рассказать, что это за такая техника, да, и, может быть, что-то из ее истории. Но все писали курсовые дипломные работы, все прекрасно знают, как, откуда брать вот эту воду. То есть здесь, в общем-то, у нас с вами то же самое. Вот. Следующий пункт, да, экономическая, экологическая оценка продукта. Ну, как бы я не думаю, что этот пункт встречается где-то еще, хотя если кто-то его видел у себя в регионе, пожалуйста, тоже мне плюсик поставьте. Я, честно говоря, это такое обновление у нас, да, насколько это экономически посчитать, но это, видимо, функциональная грамотность у нас здесь идет, и экологическая оценка, так как мы все заботимся об экологии, да, она должна присутствовать, то есть мы об этом должны как бы задуматься. И сформулированы выводы. Без выводов нам нельзя. Чем больше вы сделаете за проектную работу выводов, тем больше, точнее, не больше, а тем лучше, конечно. То есть можно делать выводы по каждой главе. Да? То есть теоретическую главу написали, сделали по ней вывод. Да, практическую написали, сделали вывод. Вывод из общей работы, но он в заключении обычно дается. Без выводов нельзя. Вот, поэтому они, конечно, нужны обязательно. Дальше у нас с вами идет оценка продукта. Да, то есть этот продукт должен соответствовать цели и задаче. Если мы с вами хотели сделать путеводитель, а сделали инфографику о красотах Владивостока, понимаете, да, что здесь идет как бы несостыковка. Цель у нас разработать маршрут, а продукт у нас рассказывает про город. Поэтому здесь как бы вот это нужно учитывать. Трудоемкость создания продукта. Конечно, если мы за один вечер что-то там в презентацию накидали, то нам здесь с вами 2 балла не получить. Да, если видно, что это работа. А, и, кстати, вот у меня очень часто спрашивают, правда, в начальной школе учителя, что то есть считается, да, продукт должен быть сделан ребенком. Но мы с вами прекрасно понимаем, что без помощи взрослого даже взрослый ребенок не сделает, ну, как бы так, чтобы это было, так сказать, рекламного вида, да. Поэтому, естественно, помощь взрослых никто за это баллы снимать не будет. Если, например, вы сделали книжку и заламинировали ее, понятно, что не ребенок ее ламинировал, да. Ну, то есть у вас здесь еще какой-то бюджет в это пошел, да, то есть вы потратили деньги. Но это красиво, это качественный продукт, вы потратили на это там и время, и средства. Естественно, за это балл никто снижать не будет. То есть вот эти вещи, они, ну, не то чтобы допустимы, они приветствуются. Ну, чем качественнее продукт, тем, естественно, лучше. Вот. И, кстати, вот эти все бюджеты, расходы, это все можно тоже в паспорт проекта внести. Но не с целью, что вам это кто-то вернет, а просто с целью показать, что, ну, это вот вы серьезно к этому делу подошли. А дальше у нас с вами идет эстетическая оценка продукта. Ну, это как бы получается на взгляд жюри, да, не все они там, вряд ли они все там дизайнеры, но как бы, да, то есть приятно выглядишь. Эксплуатационность, то есть можно ли его использовать. Об этом всегда думаете, когда делаете продукт. Я, например, ну, на своем примере скажу, да, я когда делала продукты, я в основном все продукты проектных работ делала для учителей. То есть это чаще всего были либо какие-то грамматические мнемотехники, справочники, либо подготовка к ЕГЭ в электронном формате, дополнительные задания. То есть это всегда было ориентировано на что-то, и вы свой продукт тоже должны обязательно сориентировать на то, что вы не просто с ним выступите и забудете, а на то, что, возможно, когда-то кто-то им воспользуется. Либо это будут школьники, либо это будут учителя. Тогда вы пойдете в верном направлении. Так, целостность и завершенность, понятное дело, самого продукта, да, практическая социальная значимость, то есть если мы что-то делаем обучающее, у него всегда есть и практическая и социальная значимость, делаем для себя, так сказать. Ну и качество оформления паспорта проекта, да, как я уже вам говорила, аннотация, паспорт проекта, введение – это те части, на которых особенно нужно сконцентрировать свое внимание, потому что именно их жюри очень внимательно и просматривает. Поэтому, конечно, качество оформления паспорта, где его найти, обычно это присылается из либо управления образования вашего муниципалитета, либо, ну, какие-то критерии на каждый регион свои, они, естественно, есть. И там условия, и то, что должно быть, то есть нужно просто внимательно прочитать, начиная там от шрифта, да, и отступа, то есть на это тоже обращается внимание, и там заканчивая списком литературы, который, как вы помните, должен быть в алфавитном порядке, начиная с фамилии, а не наоборот, да, когда сначала инициалы, потом фамилия, и электронные ресурсы,
идут уже в конце без какой-либо там расформированности. Да? То есть вот приблизительно, я думаю, что у всех вот эти критерии выглядят одинаково. Если вы будете создавать свою работу, исходя как бы из них, да, опираясь на них, то тогда вы вот этих ошибок не совершите. Ну и защита проектной работы здесь еще идет. Это уже самозащита. Да? Мы с вами должны помнить два момента. Успешной проектной работы – это хорошая идея, и это говорящий ребенок. Потому что у нас с вами двойная нагрузка. У нас дети выступают исключительно на английском языке, да, то есть на русском языке выступать, защищать проекты нельзя. И вопросы, конечно, тоже задаются именно на английском языке. Поэтому тут нам с вами нельзя взять, да, либо харизматичного, либо хорошо говорящего на английском. Я бы выбрала харизму, потому что она очень часто побеждает, даже когда говоришь, ребенок говорит какие-то глупости, но он такой миленький, что я ему, пожалуй, отдам свой балл. Вот, поэтому тут, конечно, тоже ребенку нужно выбирать, ну, как бы на такую работу, ну, осознанно, так сказать, да, обдуманно. И здесь, конечно же, у нас могут быть проекты как индивидуальные, так и коллективные. Да? В каждом регионе свое количество этого коллектива. Да? У нас, например, ограничено 3, но это в положении написано. Это просто нужно внимательно почитать, чтобы вы не собрали группу, оказалось, что больше 3 нельзя. Хотя, на мой взгляд, это неправильно. Проекты там коллективные, где может и 30 человек участвовать, да, там целый класс. Это они, наоборот, очень интересные. Но, ладно, не будем на эту тему долго разглагольствовать. То есть здесь у нас по выступлению, что мы должны своим детям донести? То, что у них есть регламент, то есть, да, они не должны выступать за время. Это там основной и самый понятный такой пункт, да, включая вопросы, ответы на вопросы. Ну, естественно, на вопросы, которые задаются, он должен понимать, если этот проект написали полностью вы, то ваш ребенок, выступающий, на вопросы не ответит. Поэтому здесь, конечно, ориентация в материале, она однозначно должна быть. Вот. Ну, естественно, грамотная чистая речь. Грамматические ошибки, я вам честно по себе скажу, никто не считает. На научно-практических конференциях мы списываем это на волнение и тому подобные вещи, да, тем более речь быстрая. И, конечно же, идеально, если ребенок не подсматривает никуда, рассказывает как бы так вживую, но это, опять же говорю, идеально. Ну, максимум за это снимут 1 балл, зато, наверное, ребенку будет спокойней. Вот, но тут уже вам решать, да, по поводу отработки, репетиции, как это все будет выглядеть. Ну и последний момент такой в теории, который я хотела бы вам сказать, которым бы хотела с вами поделиться, это мы разработали такое цифровое портфолио ученика. Пока что оно не размещено нигде, но вот я с вами поделюсь ссылочкой, все-таки не зря же мы здесь работали. Да? Но это как бы полноценное цифровое портфолио, где ребенок может не только воспользоваться им, когда проект создает, но и воспользоваться там в плане тайминга, да, своего расписания, своих предпочтений, анализа какой-то своей проделанной работы. Поэтому вот этот документ, он доступен по ссылочке, его можно скопировать, скачать себе и пользоваться. Я вам здесь взяла только скрин той части, где начинается проект. Да, и здесь очень-очень подробно, это всего лишь 2 страницы, да, там на самом деле 10 страниц. И очень подробно с самого начала идет вот, работа над проектом. Конечно, мы можем сделать проект без какой-либо вообще бумажной подоплеки, да, не выписывая все эти вещи и не делая. Но по-хорошему, хотя бы один раз, да, особенно если мы это только начинаем, такую работу проделать, конечно, стоит. Во-первых, она нас с вами немножечко организует в правильном направлении, да, как мы обычно детям говорим, ну, сделай вот это, через неделю принесешь, посмотрим. А если у нас все структурировано и все разложено по полочкам, мы сами себе не позволим как бы довести до того, что защита проекта через неделю, а у нас еще тут конь не валялся, да, как это часто бывает. Поэтому от собственной прокрастинации вот такие вот документы нам, конечно, очень помогут. Ну, вот приблизительно, да, покажу, с чего начинается идея проекта. То есть в обычной простой форме вы пишете, в чем ваша идея. С нее все и начинается. Да, это основа, как я уже говорила. И дальше пошел паспорт. Чему будет посвящен, какая проблема, какая цель, какие задачи, какой продукт планируется, да, потому что в процессе работы этот продукт, он может измениться до неузнаваемости от изначальной идеи, да, то есть если вот это все проходить по этапам и делать правильно, действительно может получиться что-то очень интересное и качественное. Ну и вот же опять, да, будет использоваться кем и как. Если вы понимаете, кем и как он будет использоваться, мысль ваша уже пошла в правильном направлении. Поэтому берите обязательно себе этот документ и используйте его в своей проектной работе. Ну, а теперь давайте достаточно теории. Если какие-то вопросы есть, именно вот связанные с теорией, с проектами и тому подобными вещами, о чем-то, что я сказала, что было непонятно, пожалуйста, задавайте во вкладочку «Вопросы», а мы с вами переходим к практике. Значит,
в МЭО. Напомню, да, что в библиотеке курсов находятся наши с вами классы. Нас, ну, мы берем сегодня с 5 по 9, да, если в рамках нашей темы. Каждый курс состоит из занятий, вот как видите на слайде, и каждое занятие состоит из интернет-уроков. И вот я вам здесь выделила задание к занятию. Это то место, куда нам с вами нужно идти, если мы захотели заниматься проектной деятельностью, то есть создать проект. Ну, в том числе и исследования, да, я не буду повторяться, почему мы сегодня делаем акцент на проект. И вот мы с вами сегодня пройдемся прямо от 5 по 9, по 9 класс, посмотрим, какие варианты идей проектных исследовательских заданий нам предлагает МЭО, и попробуем, ну, может быть, вместе, а может быть, я в гордом одиночестве, понабрасывать своих идей того, как это можно реализовать и как, и что из этого можно сделать. И тогда путь понятен. Мы заходим с вами, ну, например, в 5 класс, видим набор занятий, выбираем занятие в той теме, которая нас интересует, и переходим в задание к занятию, которое находится над интернет-уроками. Что мы с вами здесь видим дальше? Так, сейчас, секундочку. Я покажу вам пример тех занятий, которые, на мой взгляд, ну, опять же, да, здесь нельзя опираться на мнение кого-то стопроцентно. У нас у всех свое видение, и, конечно же, то, что понравилось мне, не обязательно понравится вам. Поэтому стоит просмотреть эти задания, тем более они собраны уже общим списком, я покажу это на следующем слайде. Нужно просмотреть эти задания и выбрать то, что, ну, так сказать, откликается вам. Да, то есть это сразу понятно, здесь не нужно глубинно вчитываться или что-то там себе представлять, вот это мне нравится. А дальше уже над тем, что мне нравится, подумать, как мне из этого сделать такую хорошую проектную работу и какой продукт создать. Да? То есть начинаем мы с этого. Вот мне вот так вот откликнулось и понравилось в 5 классе к 7 занятию задание. Ну, вот посмотрите, какая здесь идея. То есть, по сути, естественно, 5 класс, не нужно здесь ждать каких-то там великих работ. Да? Здесь все как бы ну, просто построено в соответствии с возрастом. Нам здесь предлагают изучить, ну, собственно, то место, где ты живешь, свой район, или, может быть, можно взять больший объем города, да, и создать вот такой вот справочник по поводу местного спортивного комплекса. Ну, в любом городе есть какой-нибудь спортивный комплекс, да, это либо ледовый дворец, либо волейбольный, либо теннисный, ну, что-то обязательно есть, да. И, естественно, это уже тема, за которую можно зацепиться. И нам здесь предлагают дать краткое описание места, где ты и твои друзья могут позаниматься спортом, и написать имена спортивных центров, точнее, и название, да, этого спортивного центра, его адрес и те виды занятий, которыми можно там, ну, собственно, заниматься. На первый взгляд кажется вроде бы как, ну, не за что зацепиться, да, но я вот здесь хочу немножечко про разглагольство и опять привести вам свой пример. То есть идея нам дана, нам нужно написать такой справочник о том, что можно в нашем местном торговом центре поделать, ну, грубо говоря, да, это идея. А вот теперь смотрите, я себе представляю сразу, у меня в городе есть ледовый дворец. Но, ну, естественно, дети, которые будут создавать этот проект, ну, всегда в классе найдется ребенок, который занимается каким-то видом спорта, который ходит в какой-то местный спортивный центр. Да? То есть можно попросить этого ребенка или детей, или если несколько детей в этот центр ходят, то есть вот собрать эту информацию, так сказать, изнутри, да, потому что искать это в интернете, то есть это в любом случае надо туда сходить, даже если никто там не занимается, и посмотреть, что там есть, потому что если это волейбольный центр, совершенно не обязательно, что там только волейбольные площадки, да, и там и раздевалки, и больше ничего нет. Вот, опять же, вернусь, да, я представила наш ледовый дворец в моем городе, и для меня было очень большим удивлением, ну, понятно, что в ледовом дворце занимаются хоккеем и фигурным катанием, да, это как бы очевидно. Для меня было большим удивлением, что у нас в ледовом дворце, оказывается, еще есть спортзал, да, ну, на которые отдельно абонементы приобретаются, причем, ну, на порядок дешевле, чем если это какой-то фитнес-центр, да, то есть вот, вот такая информация, это уже интересно. Также есть зал хореографии, но он больше для фигуристов, да, и он, скорее всего, в любом ледовом дворце есть, но также там у нас есть, например, кафе,
да, то есть уже в свой проект можно добавить, что вот кафе, вот такие там цены, да, вот, вот то-то там предлагается, можно ли там комплексно пообедать, или там только там сосиска в тесте и чай, да, ну, то есть как бы тут вот мысль уже начинается раздуваться из того, как бы, что вы можете рассказать. То есть это не просто должна быть какая-то сухая теория, да, это вот такой-то дворец, он находится вот там-то, он был основан в таком-то году, назван в честь этого, и там можно заниматься хоккеем и фигурным катанием. То есть, естественно, это никому не нужно, это никакой не проект, это констатация факта. А вот то, что вы можете там именно создать вот этот путеводитель, особенно дети, которые там занимаются, да, например, ну, хоккеисты те же, что нужно для того, чтобы начать заниматься хоккеем? Расписать подробно, какая форма нужна, где ее можно купить, да, там, ну, то есть вот такие вот нюансы, и все это в эту книжку внести. То есть не просто какая-то локация, да, и что находится внутри, а найти какие-нибудь интересные фишечки, да, например, в том же Ледовом дворце проводятся массовые катания, или есть какие-нибудь ночные дискотеки, то есть отразить это. Я уверена, что и в волейбольном центре, и в каких-нибудь других спортцентрах это тоже есть. То есть, ну, эту информацию, как говорится, надо раскопать изнутри. Можно провести, ну, там, договориться, если это возможно, да, какой-нибудь опрос тренеров, там, с их мнением, или, ну, тут уже у кого на что фантазии хватает. То есть, вроде бы, вот такая простая идея, да, расскажи о своем торговом центре, кто о чем думает, да, расскажи о своем спортивном центре, мысль-то может пойти в любую сторону. И вот здесь вот опять же, да, можно задаться гипотезой какой-то. То, чего вы не знаете, а есть это или нет. И от нее уже раздувайте, так сказать, этот проект. И здесь же нам с вами, как видите, в дополнительной информации, в пятом классе немного формата вот этой дополнительной информации, в старших классах ее больше. Но вот в дополнительной информации тоже можно найти что-нибудь интересное. Вот, например, вот здесь нам с вами предлагают такой альманах крикета. Я была очень удивлена, когда прочитала эту информацию, не буду на ней сейчас долго останавливаться, но вот как вариант, да, теоретической части, то есть просто рассказывать про Ледовый дворец там на 20 страницах, это надо очень постараться, да, даже если и с этой стороны зайти, и с этой стороны, так как мы с вами все-таки теорию немножечко должны изучить, то есть наш ребенок должен просветиться немножко шире своего Ледового дворца. Вот вам, пожалуйста, вот здесь дополнительная информация дается, вот такая вот замечательный альманах, мне нравится это слово, по крикету, да, и вот здесь, как видите, она была опубликована в 1864 году, то есть довольно старый, довольно толстенькая, как видите, книжка, что там можно было про крикет столько написать, я себе представить не могу. Но как идея, да, ребенку, например, в теоретическом материале рассказать, что существуют вот такие пособия, и вот даже вот такие старые, и вот даже вот такие толстые, и даже про крикет. Ну, то есть, да, естественно, и про другие виды спорта это тоже есть. Вот, поэтому как бы вот эту информацию изучить, да, и либо там, опять же, так как мы с вами от английского языка пляшем, то мы можем англоязычные страны, например, взять, да, то есть вид спорта, там, ну, страна, так, место рождения этого вида спорта, да, и какие существуют вот такие вот справочники. Все, здесь можно говорить бесконечно, я надеюсь, моя мысль ясна. Ну и, собственно, вот здесь вот снова для вас ссылочка, да, это задание к занятию в пятом классе. Давайте мы, наверное, по ней перейдем, а по другим уже переходить не будем с целью экономии времени. Это коумная, по ней не перейду. Давайте мы сделаем сейчас немножечко по-другому. Я поделюсь с вами своим экраном и покажу, как это выглядит. А вы мне только обязательно скажите, видно это и видно сейчас мой экран или нет. Такой квадратик в квадратике должен быть. Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь, изменилась картинка, чтобы я перешла? Да, спасибо, Людмила, большое. Значит, вот я с вами делюсь вот этим вот документом. Прошу прощения, не этим, а вот этим. Значит, пятый класс. У нас в пятом классе, сейчас скажу сколько, 19 занятий. В каждом занятии есть задание к занятию, да, то есть это как раз, повторюсь, наша с вами проектно-исследовательская деятельность. Вот если мы по ней пройдемся, ну, вы по ней пройдетесь, да, посмотрите, опять же, что вам нравится, какая тема вам более интересна, какая задача вам ближе. Вот он, да, в седьмом задании вот этот мини-справочник о спортивном центре. И вот здесь вот, как видите, пятый класс и шестой класс и практически половина седьмого класса, они построены на опросах, то есть здесь везде предлагают организовать опрос.
ну, в той теме, которая проходится. И, соответственно, исходя из запроса, сделать вывод. Ну, в качестве исследования, наверное, неплохой вариант был бы. Давайте вот даже обыграем просто вот это наше всеми любимое семейное древо. Да? То есть что нам предлагает Мэл? Мэл предлагает нам здесь, ну, собственно, создать вот это семейное древо. То есть эту картинку можно скачать, и в кружочке, как мы все знаем, из года в год в теме «Семья» мы в эти кружочки, значит, свою семью организуем. В начальной школе не в английском языке, и уже в пятом классе в английском наши дети это делают. Но как можно обыграть эту историю? Ну, естественно, единственная мысль, которая пока что приходит мне, если у кого-то какая-то идея появилась, да, можете в чате написать, будет любопытно посмотреть, у кого какие идеи возникают. У меня вот появилась идея, естественно, создания этого альбома, да, семейного древа класса. Ну, то есть, опять же, сколько детей захотят в этом участвовать. Но немножечко изменить ситуацию не в плане того, чтобы туда фотографии вставлять, как это мы обычно вклеивать, да, или рисунок рисовать, а, например, создать аватар. Все же дети сейчас умеют создавать эти аватары, да, там в мессенджерах, и есть программы по этому поводу. То есть можно изучить вот эту, опять же, программку по созданию аватаров и вместо фотографий или рисунков разместить там аватары. Будет такой аватарный класс со своими семейными древами. Вот. Ну вот как такая идея. Да? Здесь мы с вами изучаем какой-то... какие-то возможности компьютерные, да, и плюс как бы творчество какое-никакое у нас здесь есть. Вот. Ну, а дальше у нас везде идут опросы, что, в общем-то, тоже для пятого класса очень хорошо, да, проведи опрос среди одноклассников, пусть составляют эти анкеты. Если они умеют делать электронные формы опросов, вообще замечательно, между собой в чатик скинули, все быстренько их прошли, провели какой-то анализ. Ну, просто электронные формы, они плохи тем, что они анализ делают за ребенка. А здесь бы, конечно, нам все все-таки в пятом классе особенно было бы неплохо, ну, чтобы они попробовали в анализе себя сами, да, по итогу того, что они получили. Ну, как видите, да, вот опрос о дружбе, составить свой распорядок дня, план своего будущего дома начертить и так далее. То есть единственное, что остается нам с вами, если мы делаем этот проект в рамках проходимой темы, то нам достаточно той идеи, которая нам здесь дана. Если мы с вами замахиваемся на большее, то есть на полноценный проект, на научно-практическую конференцию, где нужно будет защищать, то нам, конечно же, эту идею нужно будет доработать, да, до такого, до полноценного, то есть добавить какой-то информации. Ну, в любом случае, такое количество идей – это уже то, от чего можно оттолкнуться. Еще покажу вам здесь события прошлого периода истории США. Мне тоже очень понравилось это 15-е занятие. Здесь детям предлагается попробовать себя в роли ученых, да, у которого есть машина времени. И им предлагают вернуться назад во времени, ну, вот, глядя на вот этот лист истории США, да, выбрать какой-то период и описать самые главные события этого периода. Ну, как можно еще лучше изучить историю США, согласитесь, раскидать. Тем более она уж не такая уж и, ну, длинная, да, чтобы ее растягивать на годы. Вот, раскидать ее между детьми, и пускай каждый из них, ну, каким-то образом еще плюсы отразит. И вот из этого уже, на мой взгляд, полноценный проект рождается сразу, без каких-либо додумок и какой-то нашей дополнительной идеи. Да? Просто нужно подумать, как это организовать между детьми и как это все оформить. И вот вам готовый замечательный проект. Так, я возвращаюсь в нашу презентацию. То есть вот таким вот образом построены эти документы. Да? Ссылочка, она в презентации. Я думаю, что если презентацию скачать, она будет действующей, я надеюсь. Вот. И, значит, на каждый класс с 5 по 9 у нас вот такое вот есть. Ну, вот дальше мы с вами идем, да, снова в 6 класс. То есть посмотрим вот изменения вот этих идей. В 6 классе мне понравилось задание в теме «Погода». А вот, прошу прощения, Лена, я почитаю обязательно, потому что мне было интересно провести семейный опрос, какие иностранные языки... Вот, смотрите, совершенно в другую сторону мысль пошла. Я даже не дочитала, но мне безумно нравится эта идея, какие иностранные языки изучали в школе. То есть, да, даже не надо вот эти старые описания, когда родился, когда женился, да, а вот именно раз уж мы с вами учителя иностранного языка, да, бабушка интересно изучала, вот это вот будет действительно очень здорово, даже если пойти просто до колена бабушки. Спасибо, Лена, большое, надеюсь, вашу идею никто не утянет сегодня. Я бы точно это сделала. Значит, какой язык мечтали изучать еще лучше? Или да, спасибо большое. Вот, смотрите, да, жалко, что только Лена поделилась с нами своей идеей. Вот если бы мы тут коллективно бы сейчас каждый своими мыслями поделились, у нас бы сколько идей родилось бы за один вебинар.
Ну, продолжаем. Времени у нас осталось немного. Посмотрим, да, в шестом классе с темой погоды, как я уже говорила, здесь не просто проанализировать погоду. Вот мне понравилась идея в том, что здесь нужно проанализировать погоду со стороны того, как она влияет на здоровье человека. То есть все мы знаем, что как-то там от атмосферного давления, да, там люди страдают. Что может случиться, когда очень жарко на улице? Что может с человеком случиться, когда там, ну, слишком холодно, опять же, на улице, да? То есть вот эти вот вещи, взаимосвязь, да, погодных явлений и самочувствие человека для шестого класса, по-моему, очень-очень неплохо. Учитывая то, что в этом же году по географии они делают этот вот дневник погоды, да, можно все это замиксовать вместе и сделать даже такой межпредметный. Хотя межпредметный не получится. Если бы он уже был готов, этот дневник погоды, тогда можно было бы на основании его что-то построить. Но как идея, на мой взгляд, очень неплохо. И также здесь у вас, да, ссылочка такая же с кратким содержанием заданий к занятию по выбору проекта. Давайте пойдем в седьмой класс. Здесь я уже взяла путешествие. Тоже такой необычный вариант. Ну, тема США и тема Великобритании у нас в каждом классе, естественно, есть, да. Только вот помните, в пятом классе это была история, а вот в седьмом классе это уже больше географии пойдет. И здесь у нас с вами нужно представить себе, что ты, ну, по легенде, да, что ты хочешь переехать в какой-то штат США. Но мы с вами, естественно, легенду немножечко подкрутим, и что мы хотим временно туда переехать для того, чтобы поучиться или пройти какую-то стажировку. И вот ребенку дается выбор, куда бы он хотел поехать. Причем не просто в какой штат, а именно в конкретное место на карте. То есть ему нужно выбрать штат, нужно выбрать город. Мы с вами можем дойти до того, чтобы он выбрал прямо дом на улице. Ну, понимаете, да, седьмой класс, они уже способны это сделать самостоятельно. Естественно, из теории мы с вами здесь нальем того, что об этом штате есть, что об этом городе есть и так далее, да. Но сама идея, насколько интересно с ребенком, нужно будет доказать, почему. Почему ты хочешь именно на восточное побережье, а не на западное, да. И ответить здесь, да мне просто нравится, конечно, не подойдет. То есть здесь нужно будет, опять же, вырабатывать какие-то критерии, да, ну, то есть это либо климат, либо просто места живописные, либо там пальмы растут, ну, либо не знаю, да, то есть какие-то вот такие вещи. Плюс выбрать город, а почему из такого большого количества городов в этом штате ты выбрал именно этот, да, но это если мы идем долгим, серьезным путем, а можно дать это в качестве задания всему классу, да, пусть они выберут, но уже без такой глубокой аналитики, будет очень интересно, мне кажется, послушать ответы из серии, да, потому что там пальмы есть, или потому что там эти медведи с галочкой, забыла, как они называются, простите, буры в голове крутятся, да, если кто-то мне подскажет, буду очень благодарна. Гризли. Вот, поэтому как бы варианты ответов детей, да, на такое задание, пусть они даже будут самые простецкие, но опять же мы говорим в рамках проходимой темы, это будет очень любопытно. Можно будет из этого по итогу какую-нибудь книжечку, да, собрать, чтобы они потом на выпуске могли бы посмотреть, как они мечтали переехать в США и почему. Значит, точно так же, да, таблица, мы уже с вами идем по этой схеме, таблица с выбором заданий, не буду уже по ним проходиться. Посмотрите все сами. И дальше восьмой класс, да, тоже здесь вот такая вот идея создания русской комнаты в музее восковых фигур. Ну, конечно же, никто восковые фигуры создавать здесь не будет. Здесь детям дается задание расставить их, то есть выбрать их, расставить их в каком-то определенном порядке, который ребенок видит, да, для себя, и, естественно, про них рассказать. Ну, то есть, опять же, как-то эту мысль доиграть, додумать, мне кажется, что идея очень интересная. Жалко, конечно, что невозможно это реализовать, но в плане нереальных восковых фигур. Ну, может быть, какое-то творчество здесь можно будет придумать. Либо, опять же, как сказать, ресурсы, интернет-ресурсы нам в помощь. Может быть, нам и можно будет сконструировать, да, прям такую комнату. Я, честно говоря, просто таких ресурсов не знаю, поэтому не буду здесь голословно. Так, восьмой класс. Здесь уже, как видите, задания, они становятся пообъемнее, да, по сравнению с пятым. Если у нас там в основном было «проведи опрос и сделай выводы», то вот здесь, ну, как бы тоже, видите, «проведи опрос» попадается, но здесь уже такие посерьезнее задания. Здесь в основном уже идут всякие завлекающие рекламные объявления там своего сообщества или там, ну, принятие на работу. Такие уже более жизненные, приближенные к жизненным ситуациям темы. Так, и в девятом классе, да, вот в девятом классе мне понравилось задание, я, честно говоря, про такое не слышала, хотя мне кажется, что это очень популярная вещь, и думаю, что многие про это тоже слышали. Здесь нам предлагают, сейчас скажу, это называется, вот эта лента, да, таймлайн,
Вот она, да, на картинке, в принципе, становится понятно, о чем речь, то есть это вот эта вот, да, временная лента, так сказать, если перевести дословно, да, и на ней отражаются события, там, из прошлого в будущее. И вот здесь вот нам предлагают, ну, здесь, естественно, легенды, да, мы не о своей жизни, дети не о своей жизни, естественно, здесь будут писать, а здесь предлагают побыть историком, да, и описать какие-то исторические события. Опять же, тему исторических событий мы с вами можем а поменять и взять ее в ту, которая, например, удобна нам в рамках проходимой темы или ту, которая интересна ребенку изучить. Ну вот понравилась какая-то тема, да? Да давайте мы таймлайн из нее сделаем. Ну, соответственно, в тех периодах, в каких эти события происходили. Наглядный материал. Это, конечно, сейчас нам подлет, такая доска позволяет такие вещи делать, а в электронном виде очень удобно. Но можно попрактиковать, в принципе, ручной труд изначально, потом все это оцифровать. Тоже будет очень здорово. Кстати, тоже моя вам такая рекомендация, если вы создаете продукт, тот, который можно потрогать, да, то есть, ну, реальный продукт, очень рекомендую, если есть такая возможность, его все-таки сделать и цифровым тоже. То есть на защите вы покажете этот продукт, как он есть, но мы с вами понимаем причину, да, если у нас есть продукт, который мы можем потрогать, мы его никому не отдадим. То есть, хотя мы и говорим о том, что им могут пользоваться все, но пользоваться, по сути, можем только мы, потому что он в единственном экземпляре, да, а если из этого создать что-то цифровое, то есть, ну, например, ту же книжку, да, вот пособие мы сделали какое-то, если его оцифровать, допускай даже, опять же, в простейшем в презентации, то об этом тоже на защите можно сказать, что помимо этого мы сделали еще и цифровой вариант вот этого нашего продукта для того, чтобы можно было им делиться со всеми. Или, может быть, кто-то из этого цифрового захочет и создаст себе такой же, ну, уже который можно на стол поставить, там, грубо говоря, да. То есть, вот тоже как подсказка, то есть, цифровой вариант своего продукта как бы в голове держите, возможность, по крайней мере, его создания. Но если это невозможно, ну, это, конечно же, не требование, это рекомендация. Вот. Ну и в таком же виде у нас собраны задания для 9 класса. Тоже можно их посмотреть, тут они уже действительно очень объемные, они взяты из заданий полностью, то есть я здесь ничего не сокращала, сокращено только на русском, да, основная мысль на английском – это полное задание. Вот, и здесь у нас, видите, уже и музыкальный канал на YouTube предлагается в 9 классе, и, ну, школьная газета, честно говоря, я вот в свое школьное время помню, это так интересно было создавать газету, когда тебя берут там каким-нибудь там оформителем, да, или за какую-то колонку ответственным, но, честно говоря, ну, опять же, это мое исключение, на мнение, да, что сегодняшним детям такая работа уже не очень интересна. Но сам факт создавать что-то такое общее, масштабные серии газет школьной, да, ну просто в каком-то более приемлемом и привычном для них формате, мне кажется, все-таки будет интересно. Вот. На этом я заканчиваю свою речь. Надеюсь, что информация была для вас полезно, что вы узнали для себя что-то новое или заразились сегодня какой-нибудь интересной идеей для создания проекта. И 26 января у нас будет похожий вебинар, но уже по старшей школе, по 10-11 классу. Вот, поэтому приходите туда обязательно. Там уже даются больше ссылок на сторонние ресурсы, да, из МЭО, и которыми можно воспользоваться в процессе создания продукта. Вот мы их рассмотрим, я на них обязательно сделаю отдельное акцент. Вам большое спасибо. Тоже, коллеги, очень приятно получить от вас обратную связь. Присоединяйтесь к нам в соцсетях, в телеграм-канале, все анонсы вебинаров и вся такая важная и сочная информация об образовании в телеграм-канале приходит у нас регулярно. Да, все. И вам всем огромное спасибо.